караул крути. Здравствуйте. Как вас зовут? Баба Люба. Баба Люба. Бабка Ёшка. Бабушка Люба живет на Трудовских. Она живет одна. И вот здесь постоянно обстреливают. Я вам дико честно скажу, что баба глуха. Глухая. Дальше никуда. Вот. Сліпа. Оце таке. Усе звалилося на бабу. На старость. А скажите, а стреляют, вы слышите, когда стреляют? Це я чую. Это слышите? Чую. Сильно стреляют, да, здесь? Ой, ой, як стреляют. Двери это открыли. И сегодня стреляли? Да, из 5 утра и до 10 дня. А потом до 12 перерыв был. А потом с 12 вот, до 2 часов гем салили. Оце так. Сегодня мы приехали благодаря семье из Москвы, Елене, Сергею и их дочери Олесе. Мы привезли вам продуктовый набор. Для того, чтобы вы могли покушать, вот так вам вот продукты. Ну, вот такие есть люди замечательные, которые помогают. Спасибо огромное, ребята, вам за вашу помощь старикам на Донбассе. Спасибо всем, кто заботится за нас. Ну яке вам... Ничего не надо. Какие-то слова сказать, чтобы вы поняли, что мы люди бедные, благодарные.